Здравствуйте, мы находимся с вами в кинотеатре «Левый берег», где прямо сейчас за этой дверью идет премьерный показ нашумевшего фильма «50 оттенков свобод». Сейчас отсюда будут уходить счастливые и довольные зрители, у которых мы спросим их мнение по поводу фильма. Расскажите, как вы? Замечательно. Понравилось? Скажите, а у вас есть красная кнопка? Нет, к сожалению, нет. Скажите, как вам фильм понравился? Да. Сами практикуете подобное? Нет. Хотели бы оказаться на месте главной героини? Ну, я практически на месте главной героини. Мне третья и вторая почему? Больше понравилось, да? Скажите, Ксюша, больше мужчин или женщин пришло? Женщин, конечно, женщин. Мужчины ходят реже на этот фильм, и вторая часть совсем была маленькая посадка мужчин и полная посадка женщин.